Всем здравствуйте. День прошел. Результат на столе. Умотался наглухо. Спасибо заказчику, что две бритвы просил не затачивать. Хотя мне это тоже напрягает. Кстати, по поводу этих бритв. Если что-то вдруг не так, там после заточки, сразу говорите, поправим, поменяем, все что угодно. Потому что бывает заточка показывает какие-то скрытые недостатки. Это, как мы договаривались, две самых звонких. То есть, вот я сейчас еще не показал, наверное, вот, со всех сторон. Сейчас резкость. Вот такие вот экземпляры. Чистые бушки, то есть без всяких там допов каких-то. Дальше сделал какой-то заметки вот такие вот. Две коротких пшеницы, как их правильно назвать, елки, не знаю. Это отличие такое. Ну все. Кино не будет. А нет, он что-то есть. Вот. Ну, в принципе, как говорится, говорить и показывать нечего. Потому что все уже вы видели, все знаете. Но давайте плавненько перейду к заточке. Заточку сделал. Вот здесь вот такая вот боковая елка. Заточку сделал. Заусенец, наверное, видно. Даже тут. В общем, у меня тут ремешок, который мастерской находится, приказал долго жить. Да что с резкостью-то, как проблема-то у нас. Вот, и я не смог их на ремешке прогнать. Все сделал, заточку сделал, а на ремешке не могу. Поэтому сейчас возьму домой. Это вот с такими. Сверху насечками. Это отличие такое. И на ремешке буду гонять дома. Вон, видите, какой заусенец торчит. Все, уже прям на камушке, на последнем прошелся. Все. Осталось заусенец пошибать. А нет. Не судьба. Так. Это вот экземплярчик с одной елкой. Пшеничная. Я не знаю, как это правильно назвать. Пшеничная. Все отлично, собралось. Все хорошо. Да, вообще с акрилом всегда все просто и хорошо. Вот тут трёха такой ярусный. Насечка такая трёхъярусная, как бы правильно назвать, даже не знаю. Слова в голову нормально не лезут. Умотался прям. Сейчас еще дома у меня будет зарядка. По заусенцу. Такие вот у меня экземплярчики. А здесь одинарная такая классическая. Ага. Вот здесь, как многие любят, тонкая такая подводка. Устрия. Но как по мне, на бритье это не влияет. Вот. В принципе, все. Да, задники, как у всех, вот такие вот. Закругленные.
В общем-то, даже сказать больше нечего. Так что думайте сами, как говорится, смотрите сами. Вот, где, как говорится, пшеничная, где столичная, где какая. Ну, а я, пожалуй, пойду собираться, ближе к дому и править их на ремешке. Все, в принципе, все. Вот такой вот короткий сегодня обзор. Все, до свидания.